Заходи. Так. Хорошо. Отец холодец, у нас заходит на шамана, сказал, что не бахтся. Шалик вернулся, я знаю. А надо... как нам быть? С одной каской ходить, что ли? Ну он зайдет потом снова на паладина, ему надо на Вадьку. Ой, ну ладно. Так, Дернион, ты на танк идешь? Это стоп, на мэйне нет. А нов забираешь? Вот я никель на мэйн забираю. Он ликель, никель у нас на мэйн. Анкогер, ты у нас писал? Я тебя не вижу. Да нов пишет. Нов, никель, ты на мэйн. Все, у тебя блин. Держи. Нина. За 10% тут не надо кому. Или они бесплатно даются? Я точно не помню. По-моему, они даются за 10. Ну, за бесплатно, может, кому. Вот это две Сашки. Так. Голова бесплатно надо кому? На. Так, сейчас начислю КП за плащ. Поставите потом шкаф. О, уже почти добили. Засуманим шамана. Какой из камушек на стамина? У меня нет. Бейте пока тактик точечно, потом кидайте своего я. Так. Тактика вот звезда. И он за контрольный кружочек. Так, дальше у нас идет проф. Героический защитник надо кому? Воин охотник, шаман. Сашка, отдаю тебе. Лапа получил. Шаман. Поставишь лук в шкаф, сейчас засуманим лол. Что за бой? Снизу еще трэш, что ли? Кто? Бой какой-то. Бой? Не знаю, у меня боя нет. Есть у кого еще бой? Не, у меня боя нет. Бля, че он висит? Там моб под текстами. Сука, сейчас мы будем искать этого моба. Где он вообще? А как вы еще бой повесили? Бля, где он может висеть? Я понять не могу, откуда. Где его можно было сейчас получить? Да, пошлите на лан. Локи, у вас тоже бой висит? Или может у кого-то не висит? Стоят уже шкафы, уже засумонили. Все, тогда можем не падать. Таман, я тебе сейчас отдам токен. Так, давайте колбу. Надо кому? На мейн. На офф.
Тебе йоксель надо на оф? Ташка, сейчас я тебе кину обмен. Хавайте пока рыбу. На. Давайте баф. Кто у нас там еще в кэш? Никель, ты здесь? Ну так я же падал, чтобы гости. Сумма. Сейчас. Тыкайся. Да, я отдам тебе эту колбу. Так, из города снова нету. Еще минус 200. Кидай мне обмен. Где ты шляешься? Алло. Весум вообще приходит, нет, Пал? Нет. Беги тогда. Ну давай беги. Бля, как можно было его получить, я понять не могу. У меня лично этого боя нет. Да нет, то сама на ребят. Сейчас уже есть. Мне не приходит. Давай добегай сюда. Хорошо, поменяю. Бля, как сесть все долго, мне уже надоело. Ну, там что, марафон пробегаешь? Сама. Давайте ему бафы. Кулак, лапы, пристабав дайте. Начнем. А теперь подбежал, сум пришел. Вар, ты здесь? Ринслер, ты здесь? Дорбас, у меня суманги. Он офнутый. Вылетел, пуляй. Ладно, поехали танки. Это было неразумное решение. Что за пиздец? Блять. Подними его от этого попало. Быстрее его поднимай. Дадите ему снова бафы. Блять, как так можно? Пильте его хорошо. Томси, пак, 5 секунд. Блять. Вот мы ретаунтили с тобой, двойное зеркало повесили. Так а зачем вы ретаунтили? ДК попросил. Нафига, блять? Ты меньше слушай этого болвана. Тебе открою тайну. Давай. Зеркало, которое бьет магию, наносит больше дамага. Так что даун это ты. Если ты не знаешь механики, закрой рот. Чё один?
Мейн танк, кто получает в два раза меньше дамаги. Почему его тогда так убило? Ты можешь мне рассказать? Потому что он не был мейн танком тогда. Я заагрил босса, чтобы набить агро. Хилы не хилили. Вопрос им задавай. Ну сейчас мы глянем детали смерти. Смотри, прыгай. Так, никель. Уху-ху. Там две ключи жесткие мне прилетело. Ну, я тоже думал там. Сбегайте с пактом. Если у меня ревность, а у меня даже явность не сработала. Но ты понимаешь это, Дерин? Он не сработает, если бьет магия зеркала. Ну что ты тупишь? Короче, я больше пока ты не выучишь механики, нам не о чем говорить. То есть ты хочешь сказать, да? От магии оно не прокает, да? Не, ну смотри, еще да, можно так сказать, пока. Если бы ты прожался, то... То, что от магии оно не прокает, просто оно типа убило его оставшиеся хп, что ли? Дайте гимн на хп за него, да. Отдай гимн на хп. Оп, меня на 40 тысяч пробило, а? Колика вообще убил. Да. А, Серж, залей, пожалуйста. Хотя ладно, Войд, заливай Лолику ману. У него уже мана кончается. Двигайтесь, факт. Скакойся на... Дай, пожалуйста, гимноман. На слолик по мане сел. Бля. Серж, подними лолика. Ладно, вы добивайте. Заебали подходить. Съебитесь на рынжу, лап. Добивайте уже так, пофиг. Уже лям хп остался. Так. Дарнион, на. Скажи, кто-нибудь, скажешь мне, сколько мне трюх прилетело, во сколько ключей? Когда меня убило. Надо кому свет высающий бесплатно? Даю. Так, завоеватель надо кому? Героист. Да. Никель, Ягер. Кто там из вас выше? Гулливер. Вот еще. Так, 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 так. Ягер. Да. Держи. Дайте хил, пожалуйста. Терно этого паладина убило так, что охереть можно. Сейчас, чем опять собирать... Вообще я никогда не видел, что он с пола подыхал. Я сказал, что его убил. Довольно пустой болтовни. Я слышал, там просто прилетело, я можно сказать, два ваншота подряд. Ну. Прилети два ваншота подряд, я получаю дамаг на 20 тысяч, он умножается модификатором, ты получаешь 51 тысячу дамага, плюс те 20 тысяч, тебя сбривает, в тебя 73 тысячи хп. Что ты еще хочешь? Поэтому танчит всегда, всегда танчит лану, протопал, потому что ДК более восприимчив, не восприимчив к магии, что бьет зеркало. Еще раз открываешь и учишь механию ланы. Классный РЛ. Если тебе что-то не устраивает, Джерин, ты можешь даже сейчас взять и ливнуть. Я за тебя потанчу. Я понял, что ты охуенный. Ты можешь мне это больше не доказывать. Не мог дотянуться. Я уже видел, как ты танчишь вчера. Я же тебе сказал, что если что-то не устраивает, ты можешь взять и покинуть рейд. Вот прямо сейчас. Я за тебя зайду за БДК и потанчу. Никогда не жалко. Там Манкокер просит поменять его, кем зайти? Да, я видел. А кто у тебя есть без КД, напомню? Да, почти все, в принципе. Он пишет, там ретрик нужен. Да, заходи.
Давай, отец. И показывай свой скилл. Теперь меня ничто не спасет. Что? Так, Джерин, что ты упал? Не прожался? Нет, я бой скинул. Что ты хочешь? Что ты? Бой скинул, который у меня на меня единственным висел. Беги тогда сюда. Так. Бля, если Скарлет на Синдере уже не зайдет, я уже буду его менять. Персонаж же величать. Поднимайте Йокселя. Петов своих сейчас отзывайте. Проверить лишний тяжак. Потому что сагрить этого моба и зайди за сценку, кто-то плохо знает. Бейте пока звезду. Бейте лучше, что я гаснуть звезду. Не бегите там мелькли. Бейте звезду и кружочек мельки. Потом их залейте. Сначала бейте их. О, кстати, Джерри. Можно я задам тебе самый простой вопрос? И насчет ловки. Помогите охотника притянуть, а с РДД. Подождите. Лампочка в какую сторону, закручивается? По часовой или против часовой? Часовые. Бля, мне... Ясно, в общем, Джерри он даже не знает. Настолько отстал уже, что даже не знаешь, какая лампочка, крутится. Охереть. Лови Джерин по одному. Давай вот звезду. Можешь? Да там два БДК танчит. Может не забирать оттуда. Бейте следующего шедерни, он танчит. Масол ХП поднимите. Так. Бой до сих пор там висит, да? Он сейчас убегал. Висит. Ну вайпнемся тогда на синергусь. А, васа, бля, я тебя забыл. Прости меня, сейчас я тебе дам пать. Я что-то отвлекся. Джерион, расскажи мне, пожалуйста, механику в Антель. Я тут валяюсь.
чего, я не знаю. Сейчас я покажу господину. Терион. Да, короче, на тебя кидается такой, если этого лучше, захочешь говорить и все. Не, я хочу Терриона, собственно, там больше знать. Может, что-то даже добавить насчет этого. Ты же рассказал механику, что ты еще хочешь услышать? Ты мне только сказал, иди учи механику. Я вот хочу узнать у тебя. Абсолютно все спорно. Во-первых, у меня протопол один, блядь, кривой. Во-вторых, ДКшка, блядь, ну, если бы прожался, там бы клеточки бы проходили по 6-8 тысяч. Я не прожал даже ни грудь, нихуя, просто стоял и пытал. Сейчас выходит, что тебя убило. Тебя убило кровавое зеркало. Что ты хочешь? Ну, так магический урон, ну. А ты клык прожал? Ну, если бы я бы клык прожал, либо ты бы зеленку прожал, никто бы не умер при вот этих вот тычках. Дайте каску и МП5. Вон карбафует. В общем, отец с Сашкой будете хилить Вальку, Гулерка со Старконем будете хилить Рейд. Давайте пока чек на готовность. Не, конечно, что-то. Че там, прибегу или суманите? Ну, тебя суманем. Вот, поставь шкаф. А у тебя холиспек есть? Да, я же что спрашивал, я в холике. Давай. О, ДК. Дарем. Поставь шкаф. А как у меня весь редфрейм забаганный, это просто ужас. Ну, пойдем на синергу, если ничего страшного. Дашка. Ага, его нельзя прорывать, да? А тебе далеко бежать, Асап? А, вот ты бежишь. Я здесь. Канты, идите там, рубаните ему двухстай. Тогда на вас от тебе ассиста. Поставлю на тебя звезду. Будешь водить. И хант. Давай, Элвин Хантер, заходи тоже в портал, включаешь двухстай и вместе с Рейдом летаешь. Двухстай только включать не забывай, и когда выходишь, отключай его. После Вальки я отойду, короче. Хорошо, только главное спуститесь. Слушай, вниз. Я не практиковал это. Урон мамозится, они не замедляются с цели? Нет. Нет. Окей. Так, ну в общем все готовы, кроме Сержа. Погнали. И на секунду мана. Киньте, Серж, кидай ему ману. Бафов никаких не дали вообще. Так что ты чек потердил? Я думал, ты готов. Дайте лапу пока что. Можете каску обновить. Ты, кстати, можешь каску на себя кинуть сам, потому что у нас Асгард был. Мы уже дали. А, ну все. Бейте сначала подавителей. Джерриан, ты знаешь, как сделать так, чтобы все мобы были на тебе? За ДК нет. Ты лужу кидаешь и вскипание крови, и они на тебе. Не получается. Я только что так сделал перед тем, как ты это сказал. И три червя все равно срываются. Ну, три это ладно, это лучше, чем почти. И они, главное, что на миликах. То не бывает, на РДД тут залетают. Да, 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 как всегда. Жду, пока рун откатится. Давайте справа включаемся. Кидаю, получается, лужу и вскипанием давай. Охерите, если накину истерию. Не, не надо мне истерию. Я без нее хочу подумать. Бейте, подавите. Истерии кидай каким-то топом. Кто там занял топ-1 на сурфе из миликов? Там и кидай. Я там вообще мало дал. И вообще, у меня... Перекап меткости, не докап. Ой, перекап меткости, не докап меткости, перекап РПБ. Я не могу скорпиона все поменять. Бейте мага слева. Воздух. Походу. Джерриан, духов
наличие можешь сбивать косты? Ну там как повезет. Да. А макрос вообще можно сделать такой отдельный, чтобы он сбивал именно этот каст? Нет? Это хорошо. Скрипт. Я помню, Каноп может, он всегда успевал сбивать эти косты. Он надрочил свою ручонку левую. Слева отвали, встречаемся. Бейте мага. А мы на вальке. Кстати, я тебя за вальку отнял? ЕП. Не отнял. Я потом отниму из гарта. Сколько там процентов вальки? Ну, 22 ляма, если еще маловато. Нет, 61. Не равно. Но. Так что еще залетайте. Ой. Ну так сколько на них стаков? Давай взглянем. 15, ну это маловато. Подавители сейчас бейте, бросайте большого, бейте подавители. Никеля захильте, он сейчас копыта свои отвалит. А лолика поднять? Зарьёвский пошёл. Лолика? А ты хочешь его поднять? Или он чё? А, он оффнутый, это отец Игурец. Ну, он заходил чисто, ну ладно. Чё-то мы как-то слабо хилим. Ну давай посмотрим так. Ташка. Слева встречаемся. Ты почему, Сашка, порталом не заходишь? Ты сам говоришь, что. А, я понял. Заходи тогда в портал потом. Слева встречаемся. Подавители бейте. Я что-то не заметил, что он упал. Пою на ману. Давай. Я не знаю, наверное, бы захилили, но... Давайте не, захилите. Мне кажется, захилили бы, стаков много очень. Кильте это, друиды, хоты кидайте, те, кто собирает стаки. Хотя, может быть, и да. Ну, зайдите уже туда. Зайдите вверх. Блять, а чё он по хп падает? Почти не будто ему мастерию дали. Бейте подавители. Давайте рост. То вот сейчас давайте. На хп пою. Давай. Бля, пейте меня, спасибо. Не можете рейд хилить, не попадали. Дима, я отвечу. Да, ты, я знаю, всегда отходишь на каждом муте. Ходи. А, ух ты, пояс упал, хоть что-то. Что я хотел сказать, я думал, Войт может отходить. Пусть он сходит, если он. Так, дырни он на осколок. Пояс надо кому? Да я его себе заберу. Я там выше Дарниона, по-моему. П. Да, я тебя выше. Наконец-то. Так, сколько там он стоит? 583. Нихуя себе. Иди, Саш. Так, бесплатно. Кинжал надо. Забирай. Шлем надо кому бесплатно. Как хочешь.
Так. На Синтергосе сделаем байт. Кинем бой. А, давайте пока лучше здесь 5 хилов пойдем. Отец, потом спекнешься на личе своего ДД. Сейчас я вниз спущусь. Так, давай я. Ну давай ты. Отец пускай хилит. Ты хочешь, чтобы я тебе уступил? Ну, бля, ладно, я тебе уступлю. То есть этот... Я все равно перекап меткость. Ой, РПБ. Я его носить пока не буду. На. Бля, ща. Так, а ты давно в нашей гильдии, так я все сниму. Как думаете, вернее он уступать этот пояс? Нужно знать ваше мнение. Года полтора, а, так ты даже больше, чем я, оказывается, нихуя себе. Ну тогда ладно. Для меня даже честь будет отдать тебе этот пояс. Держи. Так, сейчас тебе его кину. На. Куда ГП дам? Да нет, что. Так, ну-ка дайте качек. Так, 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 драконь Войт писал. Shadow Morn, он мне вроде не писал. Йоксель писал. Shadow мне не отписывал. Драконь, драконь тоже. А, Стерако не писал. Значит, Шадоу не писал. Так, Шадоу. Минус. Соточка. Тут ивент забагался. Залейте этих пауков. Да, они не заливаются. Чё за хуйня? Ммм, бля. Так, а мобы там есть? Возле этого. Серж, зайди в инст. А, я понял. Ты за сержа всё. Ну, короче, камень в Долорана и лети быстро, зайди в инст, там разбагай. Ну, чтоб перезапустился. А если я его кикнул, он разбагается? Нет, вряд ли. Ну ладно. А, или подожди, сейчас диван кому-то кину. Давай. Давай чекнем ход. Ну как так вышло, что все хорошо было, тут хуяк. У меня то же самое. Да это Джерри, он там бегал. Да, он там опять что-то нахимичил. Не-не, Серж, выходи уже. Попробуйте сейчас запустить. Ну давай. Ну, разбогатый. Да, он запустился. Скажите, когда закончится. Да, хорошо. Так, Эсгард, ты здесь?
Ну-ка, дай опять чекну. А, слышишь, Асгард? Алпич, что не заходи. Прилут. Да. А, ты на Вальке был с нами? Я, кстати, так и не заметил. Я что-то на тебя не особо успел. С нами Вальку бил? Асгард? Мне кажется, что он не бил. Ты бил с нами Вальку? Да, нет. Не бил. Это дать ему за Вальку? Ты ж с нами не был. Так, добейте этих мобов без меня, я буквально на минуту отойду. Да, я прочитал. Сейчас я тебе верну ИП. Ты в следующий раз мне в КМ пиши. Мне так удобнее будет. Так, это наш. Бля, хотел отойти вместе с моим ИП. Что, там можно уже заходить? А еще пока нет. Последняя пачка. На, я возвращаю тебе ИП. Сука, кто забирает лут? Кто там колбочку забирает? Да добейте эти драконы без меня. Добили? Да, можешь заходить. Не в хиле на Сидре остаться, да? Да, похилил, 5 хилов зайдем. Будем зергать босса. Мэр, я буду говорить, куда носить. Минус протопал. Блин, ты успел, я чуть на слой не проглотил. А, сейчас. Че минус протопал, он же здесь. Ну, пишет, что. Сколько там ЕП давать? Будем умирать? Да, конечно, так что давайте сразу вниз убивать этого мини-босса. Так, сколько ему ЕП за... В общем, он пришел с нами всех вертала, кроме Северогосса и... Вальча. Вот, ну-ка, сколько? Васап, сколько? Я не знаю. Бля. Так, за Вальча дают, я знаю, 500. 1800. Ребят, не надо ЕП, слышишь? Кто тебе? Не надо, ЕП. Да ладно, начисли. Все, ребят, извиняйте, что пришла. Я предупреждал. Так, подожди, не ревай, пока что я тебе ЕП дам. Я тебя потом не искал. Так, а, да. Просто вообще. Ну, если вернешься, то я тебе докину потом 500 ЕП. Да, навряд ли, потому что я сейчас только поеду, мне за ней 30 минут ехать. Угу. Падаем, не хилим и падаем. Так, офнутых перекая. Так, нужен попал. Зачем вы сюда явились? Погибни! По желанию потанчить. Может быть, Войд.
А, изгарит. О, это хорошо. Изгарит, значит, нас потанчит. Если что, мы без вайпа пока убиваем. А не, мы ж на леди вайпнулись, точно. Эх. Всем здорово. Здорово. У тебя есть кто-нибудь без КД? У меня есть разбойник, но он бесполезен. А есть полезный? Нет, полезный на КД. Более-менее, mm-hmm. более-менее полезный. Ладно, сейчас гильдии поищем. Так, давайте заходи сюда, мама. Там стоит. Давайте чинитесь, покупайте свои риги, ну что, кончается. Время – деньги, друг. У меня самые выгодные цены. Так, надо певчему уже отписывать. Я думаю, он уже отдохнул. Я кулаки раздам, всем изгарит каски, баб. Кавайте пока. Сейчас я наищу. Поищу кого-нибудь. Там Олег магом может зайти. Пускай заходит свой магом. Да он что, тебе в ПМ написал? Он ни в гильдии не написал. А, вон, могу магом. Он в гильдии написал. Да вижу. Пускай заходит. Четыре мага пойдем. Сейчас он зайдет, лок можешь поставить в шкаф. Тыкайте. Где наш Олег? Сейчас он зайдет. А вот она, Кумэн. Сейчас он пати возьмет. Дадим ему баф потом. Давайте суммоним Олега.
Сейчас он засумонится и врагов выйти. Ягер, кидай СС Тараканю, а Ферстайл, кидай Гулливер КСС. Он там не суммонится, что ли? Тыкните. Олег, он вообще тут? Бля, он сумонится там? Сейчас, подожди. Ладно, давайте без него. Давайте баф, 300 баф дайте. 5 хилов идем. РДшник не стакать освобожден. Примерики тоже со стаками своими следите. На второй фазе я скажу, куда уносить глыбы. Все готовы, пуляем. На ДК дадите на пул, на пенсион. Бьем босса. А, далековато, конечно, его взял. Он написал, что РК находит. Скажу, притяжка будет 0 секунд. И побежали. Бежим, 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 бежим. Сейчас кровозрачная фаза будет. Давайте побежали. Так, на мне метка по Void. Смотри, куда глыбы падают. Доливайте скрип. Ты молодцы, захиливайте. Это Джерин, давай чуть поближе будешь. Его там вообще далеко. Да нормально. Кажется. Да, но бегать на лестнице далеко. Можно сейчас поближе. Чем на лестницу? Чем на лестницу? Вы что, Долоран побегал? Не, ну так близко. Ты меня. Ну ладно. Так, обжигай еще 6 секунд. Обжигающий 2 секунды. 0 секунд. Беги, малышка, беги! Бежим. Бежим, бежим. И бьем. На 3 хилах освобожден. Внимательно. Сейчас он взлетит. Полетел. Давайте мед вниз. Прячемся. Ух, как вы, бля. Право далеко.
А, попал, заберешь босс. О, по центру падает. Крайне левый подбейте, по центру падает. И крайне правый подбейте. Слева падает возле лестницы. Давайте забиваем скеп и попал или босс. Забейте все скеп. О, иди ДК, забирай. Кто пал? Идёт нам. На двух хилах освобождёнка. Сейчас вторая фаза будет. Первый выносите влево. Влево выноси. Бейте босса. Следующие под босса будете выносить. За стаками с вами следите, РДшники. Следующие под босса. Под босса неси. И не бьем. Давай, давай, давай. Молодец. На 200 тысяч подбейте и столкните. Беги, малышка, беги! Следующую будете выносить влево. И давайте гир. Влево выноси гир, давайте. Великий бьет босса. Геру, ну? Ну, гир дай, шаман, Саша. Следующий под босса на мне. Давайте, ходите, подбивайте пока левый склеп. Молодцы. Заливайте мы склеп. Так, на двух хилах, на трех даже. Давайте следующий тоже под босса. Следующий тоже под босса. Таркоин, давай под босса. Ёжин, дай гим на хп. Гим на хп дай, Ёжин. Следующий тоже под босса. Давай под босса. До 200 тысяч сейчас притяжка будет. Беги, малышка, беги! Кстати, не бейте пока. И следующую влево выносить. Влево выноси, анти. Какосин, отдай гимн на хп. Отдай гимн на хп. И добивайте босса. Так, лут каждый сам за себя, никто не напомнил, никто не лутает. Свободно. Пенсион, отдашь мне лут? Талик, точнее. Ох, охо, давайте. Покорище надо кому? Раз, так, смотри, при ПГП. Так. Даю магу. А нет, отдаю Йокселю. Я тебе потом отдам. Не могу тебе перекинуть. Завоеватель сейчас к себе. Так, завоеватель надо кому бесплатно? Даю. Бля, не могу отдавать так вот, ладно, я тебе потом его отдам. Надо кому это токен? Йоксель, тоже я тебе кинообмен отдам. Это кидай, Талик. Нару, кинь его, пожалуйста. Я его кину сейчас. Кидайте кому нужен. Ягер. Все. Так, Стракон, ты писал, что идешь на сову? Нет. Кулерка, ты писал, что идешь на ШП? Как она могла писать, если ты отдал ей
этот объект на off. Да, логично. Я просто не помню, кому что. Да-да, да, Йогер за 50%. Кидаем ему в обмен. Да пусть даст трейд, я не знаю, где он. Ты его найди. Заяц, бегай. Так. Так. Я ему начислил там какая-то, ничего. Нет, что за хуйня? Сейчас он начислил. Вот и Йоксель. Подожди, Йоксель, сейчас я тебе дам. Так, на. Сейчас тебе дам эти токены. И на секунду буквально отойду. На, Олег, принимай сумму. Yes. Так, на, свои два токена. Так. Класс. Где... Гулерка. Так, сейчас буквально полминуты. Дайте пати БДКшки. Плюс они. Ну. Элвин, ты здесь? Да, здесь я зайду. Я тоже стрелу сейчас скину. Давай. Так, повстанам. Лень, ты будешь станет все кружочки, четные и нечетные. Терж, будешь станет все ромбики. А треугольник у нас пускай постанет попал, нечетные. А четные пускай встанет из гарды. Первый гим на переходке пускай дает Алпич. Терж, зальешь ману Сашке. И на второй пускай дает Кокосина. Сашка поставит тотемную ману. Что там с твоими? Подожди, я что-то встаню? Нет, ты будешь когда-нибудь на краю, тогда будешь кидать станции. Но я буду говорить. И еще попал. После того, как закончится стан, кидаешь свой гнев тебе и из Гаррет я тебе скажу по команде, когда его кидать. А че там Кокосина, я чуть прослушал? Ты на второй переходке будешь отдавать гимноман. И Кокосина, ты будешь пыткой кидать в треугольник, Алпич, в ромбик и в кружочек ежа. И ханты не забывайте свою ложу раскидывать. Так, Элвин, давай чек на баф на готовность. Так, Олег, на тебе ассиста, ставь на себе метку любую. Все готовы. И WhatsApp. Кто там из вас пикнулся в ДД? Я. Хорошо. Раскидай секунду.
Вот, все. Последний чек. Маг, ягер. Я пуля. Сгорит, обнови каски. Олег, ты тоже, пожалуйста. Сейчас поставлю. Ехай. Олег, я на тебя метку ставлю. На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Но него не надо ставить. И обновите Лару каску, пожалуйста. Да всем каска 13 минут. Бой может до 15 минут длиться. Разбавь и каску, Сгард. И еще, если насчет лужи, ну, там сквернения, если я за 5 секунд я не скажу, Олег, Асад, Войт, скажете. Я могу заслапить эти. Да будет так! Герои в атаку! Убьем босса. Так, сейчас, короче, чума будет. Ой, чума ловушка. РДД. Лови большого. Чума 2 секунды. Полипал по диспею, шлейник убегай. Диспел, диспел, диспел. Иди назад, ловушка. Милики. Драконя, что ты здесь делаешь? Тебе с нами лучше, да? Ну, стой. В печеньку все. Милики сейчас... Ой, милики, сейчас еще одна ложка будет. Милики. И чума через 5 секунд. Лапка, раб, беги. Беги, беги, беги. Диспел, 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 диспел. А, вот, поднимай, старый коня. Милики, ловушка. Дадите ему потом на переход кибов. Ловушка 2 секунды. Йоксель драны и эрдру. Печеньку. РДД. Сейчас чума будет. Ёжин, на тебе беги. Диспел, диспел, диспел. Сейчас еще одна ловушка будет 2 секунды. Милики. Давай, сейчас скоро переходка будет. Сейчас еще одна ловушка будет. 2 секунды. Сразу на край веди. Ёжа, РДД. Давай, веди Мелизону. И сейчас чума через 2 секунды будет. Перестал, беги. Диспел, 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 диспел. Молодцы. Давайте на край. Лови духа. Но духа лови. Город не сдох. Пробуй кидай на него на пулы. Следующего духа потом бьем. Бейте следующего духа. Лови Дерри. Возьмите, пожалуйста, дистанцию. Блять, дайте гимн на хп. Гимн на хп, дай ёжин. А этот, как его, Старкон, поднимешь? Ой, 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 да. Поднимал. Тогда сердце пускай поднимает. Поднимай, Ренивал. Он опять умер. Ясно. Из него тогда убьем. Тало духу дай. Веди его. Добейте серу, пожалуйста. Тебе потратили. Давайте звезду. РДДшники, добейте ее дневного. И звезду становимся. Бафы будут, помогу. Дайте ему баф. Заливайте метки. Тан, давайте. Треугольнику стан не вижу. Дайте ему стан. Осквернение сердца.
Выбегайте, спокойно выбегайте. Блять, на ком оно было? Мне показалось, что на коте. Ну, ясно, падайте. На ком оно сейчас было? На коте. Что он сделал? Он прыжок в Альку сделал, типа? Походу, да. Потому что я видел, он стоял... На ханте было осквернение, которое стояло сбоку. Демонстрация. А, скажи мне. Он сломал ДБМ. Да, да, просто надпись была в одной стороне, а лужа в другой стороне появилась. Вот я тоже это увидел. Хуйня какая-то. А на ком вообще была эта лужа? На каком ханте? Коте. Так, а как он, получается, прыжок в Альку сделал, что ли, чтобы специально под Альку не разлить? Где вот труп сейчас валяется? Сквернение на СС Ердж. Короче, он... Не, его выбегал, схватили. Он выбегал влево от Валик и чаржнулся в Лича котом, по-моему. Но... Осквернение было на нем. Но на нем... Но он стоял слева по направлению Валик, а лужа появилась справа. Под Вальками, прямо. Если ты на край смотришь, то да. Ну, я и говорю по направлению, но почему так? Потому что он выносил ее направо, если смотреть на край, и прыгнул в Лича прыжком кота, и оказался с другой стороны. Не, ну красава, конечно. Странно. Вот, это не писал видос? Просто он нормально изначально стоял, если бы он просто там разлил, а не прыгал под валик, было бы все отлично. Да, ты треугольник, Саня, из города. Будем давайте... А, Олег уже за меня дал. Пуск. Давайте... А, как его... Гулиерка, иди сюда к нам. Кстати, Локи, шкаф. Поднимите Лока. Давайте баф. И Ренжу, пожалуйста, соблюдайте и желательно со сферами выходите подальше, чтоб не было АУЕ. И тогда все будет спокойно захиливаться. Давай, Пейман. И Ягер, дай, пожалуйста, СС после переходки на БДК. Перестал, пускай кидает, но попало. Клинчик. Ну как откатит, тогда кинешь. Ты его хотя бы просто создай. Таракони, стой с РТД. Иринслер, ты здесь? Да, не надо стоять в мини-зоне. Ну что, точно. Ты не можешь в звезде стоять, ты постоянно впереди стоишь. Если будет на тебе ловушка, мы можем вайпнуться из-за тебя. Еще один чек для Лара. Так, верни, он-то здесь. Дар не он. Все, я запускаю. Неужели прибыли наконец? Хвалю
темные силы света. Дарион. Мне бросить ледяную скорбь. А, Дарионон. На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артур. Бля. Более быструю, чем ты заслуживаешь. Кое что сделал, Олег. Держи свою звезду, возвращаю тебе назад. Как я ставки делаю? Легко и просто. Буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! 2 секунды до боя. Готовимся, скоро ловушка будет. ХДД зоне большой. Милика. Далеко. Бегите. Фух, пронесло. Тоже, блин. Ма будет 1 секунда. Ташка на тебе. Диспел. Сейчас еще одна ловушка будет. РБД. Ловушка. 2 секунды. Милики. Тьма 0 секунд. Дракой на тебя. Диспельте. Приеду сейчас, диспельте. Ловушка. На танке. Следующий чему не слакайте, пожалуйста. Сейчас еще одна ловушка будет, 2 секунды. РДД. Чума сейчас будет, 2 секунды. Не слакайте с ним. Терш, давай выноси. Показывай, сиски. Диспел, молодцы. Сейчас ловушка будет, 2 секунды. А, на танке. РДДшники. Велики тоже давайте. Поближе. Переходка будет. Давай веди его ближе к краю. Не смогли убежать. Кто ближе? Блять, что это? Кто это? Олег, ты можешь говорить? Кто сейчас туда пробежал? Падайте, минус 2. Вы двое улетели, ты и Эксельдран. Yes, сейчас. Кто-то из вас. Это я точно. Дайте диван. Я по ней не пробежал, это точно, но я на чистой себе и могу про. Блять.